Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я представляю ваше внимание три чудесных способа. Подкормка рассады. В общем, подкормка наших помидор, огурцов, перцев, баклажанчиков. Первый способ это идет у нас. Берем перекись водорода на 1 литр теплой воды, 2 столовых ложки перекись водорода, размешали все, выливаем в лейку или распылитель и начинаем подкармливать нашу рассаду. Второй способ идет йод. 3 капли йода на 2 литра воды теплой. Размешали и то же самое проделаем, начинаем подкармливать нашу рассаду. Третий способ идет аммиак. Аммиак, нашатырный спирт. Нашатырный спирт, в общем, 1 чайная ложка на 1 литр прохладной воды. Тоже размешали и начинаем подкармливать нашу рассаду. Ну, что я хочу сказать, что 3 способа эффективны. Что йод, что аммиак, что перекись водорода. Но большее количество моих знакомых пользуется, и прежде всего я и моя семья, пользуется перекись водорода. Перекись водорода это всегда будет хитом для дачника. И соседи пользуются. Вообще изумительно помогает рост и помидор, огурцов, баклажанов, перцев, да и не только. Не просто рассада растет, наливается. Но самое главное, что плоды наливаются. Что потом у вас будут огурцы, помидоры, баклажаны. Просто изумительно. В общем, пишите комментарии, подписываемся на канал. Не забываем про колокольчик. Всем удачи, всем пока.